Всем привет! Сегодня приготовим ароматные творожные куличи без дрожжей, как альтернативу традиционным. Тесто замешивается очень быстро, получается более полезным, и такой вариант подойдет как для куличей, так и для приготовления кексов. Для этого в глубокую емкость вбиваем яйца комнатной температуры, добавляем 1/3 чайной ложки соли и взбиваем миксером до образования легкой пены. Продолжая взбивать, добавляем ванильный сахар и всыпаем сахар-песок. В среднем это 1 стакан сахара. Кто любит слаще, добавляем смело 1,5 стакана. Взбиваем массу 2-3 минуты, чтобы масса посветлела и стала более пышной. Далее будем добавлять творог. Лучше всего подойдет творог с жирностью от 5 и выше процентов, мелкозернистый. Следом за творогом отправляем размягченное сливочное масло. И взбиваем все миксером до однородного состояния. Чистый высушенный изюм смешиваем с небольшим количеством муки для лучшего распределения в тесте. Отправляем его в тесто и перемешиваем лопаткой. Для приятной цитрусовой нотки натираем цедру лимона и добавляем к тесту. Выжимаем туда же и лимонный сок. Отдельно в емкости смешиваем муку с разрыхлителем и всыпаем соду. Просеивая частями, добавляем муку, продолжая вымешивать лопаткой. Когда мы добавили всю муку, получается довольно густое липкое тесто. Выкладываем в формочки чуть больше половины теста. Разравниваем верхушку с помощью смоченной в воде ложки. Выпекаем примерно 45 минут при 170 градусах. Уже полностью остывшие куличи вынимаем из формочек и украшаем глазурью. Для глазури всыпаем 60 грамм сухого молока, добавляем 30 грамм пудры и 40 миллилитров теплой воды. Хорошо перемешиваем, и такой консистенции она должна получиться. Распределяем глазурь по верхушке кулича с помощью ложки. Такая глазурь застывает довольно быстро, формируя красивые подтеки. Украшаем по желанию кондитерской посыпкой и можно наслаждаться вкусной творожной выпечкой.